Эх, хорошо, как говорится, по-домашнему, и уезжать не хочется. Гляньте, какая красивая сорока гуляет. Как я здесь ее уже видела. Она тут такая, хозяйка, залетает сюда. Она тут не одна. Да, не одна? Аня считает, что она не одна тут. Смотрите, какая красотка, гуляет себе. Вообще, вот так гуляющую сороку застать сложно. Они такие пугливые. Раз-раз и полетела. Блядь, шастает, шастает. Королева какая. Ну, давай, выходи. Ах ты, цаца какая, цаца. Угу. Ищет, какие цацки можно в гнездо пойти спрятать. Ага. Аня, сережки свои держи. Одну. Одну все. Аня умудрилась потерять одну сережку. Похоже, это в Чехии, да, в отеле? Да, по-моему. В отеле в Чехии, в общем, там Чехия пополнила свой золотой фонд за счет Ани. С одной серёжкой. Да. Ой. Ну что, приедем домой старые, да? Ну, вот такие дела. Красотища неимоверная. Мы обедаем и планируем на поезд. Пока обед у нас... Кстати, он, смотрите, видите, он ребятки лежат. Вы спрашивали, неужели никого нет в отеле? Да полно людей, все номера заняты. Так, смотрите, вода начинает очищаться. Уже даже видно камешки на дне. Красота, погода налаживается. Погода налаживается, мы уезжаем. О, сорока где-то, бля, вон она на крышу залетела. Вон она где-то на крыше сейчас. Подожди, вон. Вот, видно ее, да? Немножко руки могут труситься. Ну, извините, конечно. Большое увеличение приходится делать. Вон она сидит. Клёна. Видишь, какая хитрая. Тут еще такие муравьи огроменные. С крыльями, главное, и без крыльев, но большие. Даня? Да? Ой. Так. Развлекаемся видео. Ой, по этим всем революциям в России посматриваем. Посмотрела обращение Путина, вот думаю, это он или не он. Так, ну кто там это, физиогномисты? Ну-ка, Путин или не Путин? Потому что такое ощущение, что Путин-то он... Ой, утка полетела, Ань, настоящая такая, она часто-часто крыльями махала. Вот прямо над нами. Настоящий-то, похоже, должен сидеть в бункере. Ой, он вторая сорока. Ой, смотри, какая. Уже вернулась не одна. Ага, сейчас покажу. Вот там две, не знаю, а одна спряталась. Одна туда за крышу зашла. Короче, две, это поменьше, а там еще больше есть. Прям вообще здоровая, видать, это сорок. А это сорок, наверное. Красота. Да, звичайно. Дякую. Ой, яка гарнота. Так що такі діла. Так про що ми? А, про двойников. Ну що, треба ж це ізучити вопрос. Натуральний алі двойник. І взагалі, предлагаю нинішнє время вважати апрелем. І поки воно не здохне, ніякого мая не наступить. А май вже на підході. На підході, судя по всьому. Аня не поняла, потому что Аня не смотрит мой расклад. Так, ну что? Настроение бодрое. Все к лучшему. Мы едем домой. Увидимся.